В Новгородской области уменьшается число выявленных ВИЧ-инфицированных. По информации Центра Хелпер, за первые 9 месяцев 2016-го снижение составило 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение количества ВИЧ-инфицированных к уровню 2015 года отмечается в Великом Новгороде, Старорусском, Маловишерском и Хвойнинском районах. В трех муниципалитетах – Батецком, Крестецком и Моревском – за 9 месяцев случаев ВИЧ-инфекции вообще не выявлено. Напомним, медицинская помощь ВИЧ-инфицированным оказывается доверенными врачами в районных больницах. Специализированная амбулаторная помощь – врачами центра «Хелпер». Учреждение полностью укомплектовано медицинскими кадрами и необходимым диагностическим оборудованием. В нынешнем году из федерального бюджета для лечения больных в Новгородской области направлено более 40 миллионов рублей. Еще около 10 миллионов выделено из областной казны на приобретение диагностических тест-систем, закупку медицинского оборудования и ремонт здания учреждения. Специалистами «Хелпера» проводится также большая профилактическая работа. С начала года к различным акциям по профилактике ВИЧ были привлечены более 7 тысяч жителей области, среди них учащиеся школ и техникумов.